Привет-привет! Я участвую в проекте «Такая я женщина», который создал Михаил Пайкин. И за одну минуту мне важно рассказать о себе, какая я женщина. Ну, какая я женщина? Красивая, молодая, амбициозная, целеустремленная, позитивная, искренняя, дисциплинированная, доброжелательная. Ну, блин, это никто не ценит! Ну, а если правда и честно, я точно знаю, что если в жизни меня что-то не устраивает, в этом виновата только я сама. Мои мысли, мои поступки, мое мировоззрение, мое мышление, мои привычки. Если я хочу что-то в жизни изменить, мне придется выходить из зоны комфорта, и это интересно. Я одна из тех женщин, которые 100% не остановлюсь на достигнутом, поскольку для меня развитие – это и есть сама жизнь. Развитие также интересно, многогранно, как сама Вселенная. Это круто и интересно. Есть выражение «увидеть Париж и умереть» – нет, увидеть все страны мира, а после себя оставить красивый, позитивный, светлый свет. Пока!